Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. А сегодня я хочу поделиться с вами новой социальной сетью, где можно рекламировать свои проекты. Это социальная сеть, она латиноамериканская, называется mercoin.org. Значит, регистрация здесь. Вводите свое имя, электронный адрес, имя пользователя, пароль, повтор пароля. Нажимаете «Зарегистрироваться». Вам на почту придет письмо. И нужно обязательно подтвердить письмо. Значит, после чего вы залогинитесь и зайдете. Вот такой вот у вас будет кабинет. Это я его уже оформила. У вас здесь все будет пусто. Вот здесь оформите, нажмете вот на эту вкладочку и загрузите себе, как бы оформите. Здесь поставите свое фото. И тут особо такого нет ничего, как бы, да. Просто обычная социальная сеть. Я вот здесь уже, вот здесь можно, как бы, ну, профиль можно заполнить, конечно. И что? Вот сюда вбиваете, например, свой проект, да, и здесь можно загрузить фото. Ну, как в обычной соцсети. Нажать пост. И, пожалуйста, вот я свои проектики тут уже забила. Вот. Как бы, ну и рекламируется. Так, это как бы это ваша основная, да, страничка. А здесь вот колонка идет. Можно добавить друзей. Как бы товарищей. Далее, что здесь еще? Ну, здесь вот это письма, оповещения. Здесь у нас нажимаем «Мой профиль» и попадаем как бы в профиль. Да, а это и был профиль. Вот. Так, ладно. Здесь можно все отредактировать. Что еще хочу? Сеттинг. Здесь как бы это все поменять. Тут особого ничего такого нет. Значит, далее вот сюда можно. Вот нажимаем, вот где буковка М. Mercoin.org. Нажимаем сюда. И здесь как бы лента новостей. Вот новостная лента, как, ну, тоже как в обычной сети. Вот здесь ваша картинка как бы отображается. А здесь сейчас будут новости отображаться всех пользователей, которые, ну, вот у меня в друзьях товарищ уже добавился человек. Вот он что-то опубликовал, да, пост. И отобразился, как в другой любой социальной сети, у меня в новостной ленте. Ну, естественно, здесь все мое тоже. И друзей, как бы, и вот. Так, ладно, что еще здесь? Здесь особо больше нет ничего такого. Ну, здесь хом. Здесь вот сами уже поклюкаете. Здесь такого тоже ничего нет. Здесь будут ваши посты, кому вы добавились, ваши друзья, ну, типа того что-то. Вот здесь нет русского языка. Как я уже сказала, это латиноамериканская социальная сеть, если только все переводить через переводчик. Вот. Ну, а так вот добавляетесь, например, да, и все, вы добавились. Перезагружаю страничку. Вот, типа, товарищи добавлены. Ну, в принципе, и все. Как таковой реферальной ссылочки здесь нету. Я как бы с браузерной строки ссылочку оставлю. Кому интересно, пользуйтесь. Как бы лишняя социальная сеть нам никогда не помешает. На этом все. Всем удачи. До новых встреч.